Рекламно-информационная программа. Ноль плюс. С верой в спорт. Добрый день, это программа «С верой в спорт», у микрофона Вера Власова. Говорим мы сегодня с президентом Федерации триатлона Кировской области Андреем Рудиным. И, конечно же, говорим о таком значительном мероприятии, к которому мы приблизились уже вплотную. Это марафон, настоящий марафон серии забегов «Вятские холмы». Это третье мероприятие в этом году из обещанных трех, соответственно, и заключительное в 2018 году. Да, Андрей, расскажи, пожалуйста, как прошли первые два события, начнем с этого, и почему вообще стала такая необходимость проводить несколько мероприятий в году? Добрый день. Добрый день. Ну, необходимости такой не возникло, то есть мы решили, что одного забега недостаточно для нашего города, да, что люди готовы уже бегать больше, бегать чаще, ну и потребность, в общем-то, такая, наверное, существует. Именно бегать? Ну, именно бегать, да. То есть вот это все постоянный наш синдром того, что возражение, что постоянно перекрывают улицы, бегаете по стадионам. Вот от этого мы как-то уже уходим, да, в сторону, скажем так, цивилизованного бега по временно доступным пространствам для этого. Не, ну, конечно, без перекрытия улиц не организовать никакое мероприятие. То есть без перекрытия театральной площади вообще ни одно мероприятие в городе практически не проходит. Поэтому тут нужно с пониманием к этому относиться. Не так часто у нас перекрывают улицы по сравнению там, с другими городами. Последний раз, буквально месяц назад, выступал в Таллине на полной дистанции триатлона Ironman. Вы знаете, там был перекрыт весь город, просто на весь день. Uh-huh. Да, весь центр города. Мы бегали по центру города вокруг Ванаталин, да, это старый город. Ну, я не заметил каких-то... Целый день, да, это целый, было? Целый день, это было с 7 утра и до 12 часов ночи. Да, как прошли первые два забега, напомню, это 6 мая бежали полумарафон. В воскресенье это был день точно такой же, как вот и сейчас будет. И 7 июля бежали ночной забег. По твоей оценке, как прошли эти два мероприятия? Что они дали городу и что они дали спорту? Ну, несомненно, очень интересен был ночной забег, да, это новый формат для нашего города. Формат не столько спортивный, сколько фановый. Было весело, было интересно, было приятно от людей получать эти эмоции, да, эти благодарности за то, что мы сделали такое мероприятие в нашем городе. Плюс все это совпало еще с чемпионатом мира по футболу, да, там наложился наш забег на игру сборной, там было очень феерично. Не согласовали они с нами игру, поэтому пришлось подключать экран, с помощью которого все могли смотреть, да, что происходит, ну да, на, да, поле. А весенний забег, если брать, то он плавно перекочевал с осени на весну в том же абсолютно формате. Все было как обычно. Единственное, у нас погодой не очень повезло. А так, ну, все было хорошо, как всегда. По эмоциям участников, ну, по технической части понятно, что команда совершенствуется, да, и с каждым разом все техничнее и техничнее, все лучше и лучше проводятся забеги. Со стороны участников, насколько их эмоции улучшаются, да, насколько их отношение к Вятским холмам улучшается? Вот как ты это оцениваешь? И в чем это заключается? Ну, тут сложно сказать. То есть эмоции у всех участников, они разные. Для тех ребят, людей, которые первый раз участвуют в забеге, бесспорно, это там выплеск, огромнейший адреналина. Выплеск угу. адреналина, да, феерическое там выступление, эмоции, медали, футболки. Там, ну, все для них, для многих впервые. Они рады, довольны, все там прыгают от счастья. Да? Для тех, кто не первый раз уже бежит, ну, это для них уже несколько обыденно, хотя и для них это праздник. То есть они приходят, общаются, встречаются с друзьями, знакомыми, соревнуются с ними. Опять же, получают какие-то эндорфины там и прочее. Вот, то есть, ну, для всех это праздник спорта, праздник бега, ну, для всех, ну, по-разному, скажем так, да, для кого-то больше, для кого-то меньше. У каждого степени. Свои цели, да, наверное, каждого, да? Ну, цели, несомненно, у каждого свои, у кого-то цель просто поучаствовать, да, у кого-то там улучшить. Пробежать в общей толпе, да, со всеми у кого-то вместе. Улучшить результат, у кого-то посоревноваться с друзьями, там, с коллегами, в общем,
куда-то объединиться там, в коллективе. Угу. То есть целей может быть масса. Давай конкретизируем, потому что вот каждая из названных тобой целей, она имеет под собой очень такой мощный бэкграунд, на самом деле мощный стимул, для, чтобы начать бегать, прийти и побежать. Вот первая цель, про которую ты сказала, что вот просто пробежать, да, это же на самом деле очень круто находиться в этой большой массе, особенно если мы говорим о таком массовом, действительно огромном забеге, как вот старт на 3 километра, который тоже будет этой осенью, когда 1000 человек разом стартует, это же на самом деле это очень круто, когда бегут все вместе, дистанция не настолько большая, чтобы толпа смогла настолько сильно растянуться. И, мне кажется, даже не чувствуешь эту дистанцию, пока ее пробегаешь. Конечно, да. Даже если ты никогда не бегал и вышел на старт такой дистанции, в такой массе людей, ты невольно побежишь. Да, да. Если ты даже, да, если ты даже сомневался в том, что ты добежишь или нет, да, или планировал, что вот я тихонечко побегу, ничего подобного, ты понесешься как лось со всеми, да, и никуда тут не денешься. То есть вся эта общая атмосфера бега, вот адреналина, да, напряжение, она невольно передается, ну, на соседа, там, на товарища. Да, ну буквально каждый может обратить внимание, в интернете очень много фотографий с Уральских холмов, всегда вызывает удивление, как ребята, которые бегут, вот весной еще с погодой, да, ты сказал, не повезло, погода мерзкая, бежать далеко, долго, сложно, еще и в горку. Ну, зрителям скорее не повезло, участникам им вполне комфортно, да, было. Вот, да, вот, я к чему веду, что вместе со всем вот этим вот негативными такими вот факторами, казалось бы, негативными, у них такие довольные лица, они там позируют перед камерой в процессе бега. Откуда у них силы на это берутся, спрашивается? Вот как они могут еще это делать? Ну, вообще в дождь легче даже бежать, чем при солнце. Да, поэтому я думаю, что силы у них и остаются, и копятся, да, не расходуется энергия на терморегуляцию, скажем так. Ну, будем надеяться, что 9 числа, 9 сентября все-таки будет солнце. Да, да, будем надеяться. Хотя бы раз в Уральских холмах мы должны пройти в хорошую погоду. Ну, прошлые годы вроде бы неплохая была погода. Относительно, но всегда можно и получше погода, имею в виду. Да, вторая цель, которую ты указал, это улучшить свое время. Поясни здесь, пожалуйста, как исчисляется время, потому что тот же самый забег массовый, который мы уже упоминали, естественно, все не могут разом после выстрела стартового перешагнуть стартовую черту. Как происходит фиксация времени? Насколько это точно, насколько это объективно? Ну, абсолютно точная фиксация с точностью до десятых долей секунды. Даже с точностью до сотых долей она фиксируется, но в результатах остается до десяток. У каждого участника есть нагрудный номер, к которому прикреплен чип электронного хронометража. И зачет у нас идет по чистому времени преодоления дистанции. То есть, когда участник пересек стартовую линию и пересек финишную линию. Вот этот промежуток и есть чистое время прохождения дистанции. Поэтому все абсолютно объективно, честно, и никаких тут вопросов, мне кажется, быть не может. Угу. Да, это касается и взрослых, и детских забегов, если кто не знает. Да, да, всех забегов, да. Да, о них мы еще подробнее чуть позже скажем. А, да, и результаты буквально же через... Результаты онлайн, да. Ага, можно посмотреть, можно онлайн на сайте. Посмотреть результаты на сайте, да. Сообщения приходят с результатами? СМС-сообщения, да. Угу. То есть практически сразу же после забега, да, в течение суток, может быть, да, или нескольких часов даже. Ну, да, по-разному, там зависит от оператора. А то, да. С результатом, да, и можно сравнить, посмотреть, как ты пробежал. Иногда бывает так, что... Можно сравнить свои результаты на предыдущих забегах. Если вы бежите одну и ту же дистанцию, допустим, 3 километра, да, у нас она не меняется уже на протяжении третьего года, то есть это четвертый старт будет, когда мы бежим 3 километра. Вот можно сравнить да, свои результаты в течение этого времени. Да, и на сайте LF Running там можно тоже... Раша Раннинг, да. На сайте Раша Раннинг, Айлов Раннинг – это другое движение, которое мы тоже можем сказать. А на сайте Раша Раннинг можно следить свои результаты и еще посмотреть, очень интересные там есть таблички, когда кажется, вот, что прибежал далеко не первый, но вот посмотреть, а в своей категории это очень даже да, хорошо можно. Конечно, у нас забеги любительские. И вот, кроме того, что награждаются победители в абсолютном зачете, те, кто первый пересек финишную линию, но также у нас идет зачет
среди возрастных групп, ну, с градацией через 10 лет. То есть можно, да, в своей возрастной группе неплохо выступить и тоже взойти на пьедестал. Угу. Вот, Андрей, еще в связи с этим такой вопрос. Может сложиться впечатление, что от забега к забегу на пьедестал встают, ну, практически одни и те же люди. Да, насколько реально вырваться вперед, насколько реально встать на пьедестал, да, какая-то работа с этим ведется, как-то дополнительно возможно себя еще проявить. Ну, тут я не соглашусь, что одни и те же люди, честно говоря, за эти годы я бы не сказал, что кто-то у нас примелькался, разве что победители там на 21 километр, ну и то они меняются там между собой. Mm-hmm. Да, это ребята там с Чувашии приезжают. А так, ну, нет ничего невозможного. Нужно больше тренироваться, эффективнее тренироваться, и все у вас получится. И взойти на пьедестал тоже вполне реально. Кстати говоря, очень удивляет каждый раз, когда в возрастной категории там 60+, выходят такие, на самом деле, уже пораженные жизнью там мужчины и женщины, и пробегают с такими ошеломляющими результатами, что это вызывает восхищение. И какие они молодцы, на самом деле, их много, и они бегут, и они готовы бежать и больше. Да, может быть, и на марафонской дистанции кто-то из них покажется в этом году. Ну, это большей частью это все бывшие спортсмены, конечно. Да, но о чем это говорит? О том, что люди с самого детства, там, с молодости, не переставая, они занимаются спортом. Да, и вот когда они подошли к такому рубежу, ну, серьезному уже там, за 60 лет, некоторые за 70 лет, да, они все еще бодры и духом, и телом, вот, здоровы, бегают. И поэтому всем людям стоит задуматься, что чем раньше мы начнем бегать, чем раньше мы начнем следить за своим здоровьем, чем раньше мы встанем с дивана, да, тем легче нам будет потом в будущем. В старости. Кстати, о диванах. Упомянула уже сегодня I Love Running. Это школа бега, которая существует в городе Кирове в том числе. Ты тоже к ней имеешь непосредственные отношения. Эта школа как раз готовит к тому, чтобы научиться бегать правильно, чтобы у людей появилась цель, да, если я правильно, Андрей, понимаю. Да, все верно. Поправь меня, если я ошибаюсь. И это школа, которая, как мне кажется, учит отвоевывать себе как можно больше здоровья в этой жизни. Как мы понимаем, без здоровья сейчас вообще уже никуда совсем. Уже... Ну, да, очень дорого жить без здоровья. Жить дорого. Со здоровьем значительно проще. Да, чем... и вот эти вот ребята, как раз, которые помогают так организовать свой быт, свою жизнь, свою физиологию, чтобы с каждым годом здоровье становилось все больше. Да, вот в эту школу тоже можно прийти, позаниматься, подготовиться к любой, наверное, дистанции, да, можно показать. Ну да, формат школы таков, что мы вместе с нашими учениками выбираем какую-то цель, они ставят для себя цель. Так, сейчас вот группа тренируется, кто готовился к Вятским холмам. Они поставили цель пробежать марафон на Вятских холмах, готовились 5 месяцев. И вот там через 2 недели буквально у них... Проверка на прочность. Проверка, да. 5 месяцев. Как они готовились. До 5 месяцев готовится команда бежать марафонскую дистанцию. 42,2 километра, да. Напомню, если кто-то забыл. Вот всего 5 месяцев нужно. А какой-то уровень у них до этого уже был? Ну, должен быть, несомненно, какой-то базовый уровень. Да? То есть не просто с дивана. Можно, наверное, и просто с дивана подготовиться. Но это не 5 месяцев, да, побольше? Нет, все-таки. И за 5 месяцев. В любом случае вы должны быть, ну, физически неразумными. Разобраны совсем. Не размякшие. Да, совершенно точно. Да, напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Рудин, один из главных организаторов, инициаторов создания серии забегов «Вятские холмы» и президент Федерации триатлона Кировской области. Третья группа людей, которых ты упомянул, это те товарищи, которые стремятся пробежать в команде, у которых какой-то вот такой командный либо семейный дух. Что это за люди? Откуда они берутся? И как они себя могут реализовать вот на Вятских холмах 9 сентября? Безусловно, здесь в первую очередь можно сказать о корпоративных командах, да, когда люди работают вместе, вместе проводят свое свободное время таким образом. То есть это некий тимбилдинг, это некое объединение коллектива. Здоровое объединение, естественно. Несомненно, да. То есть это не шашлыки там где-то.
Как будто, может быть, уже можно назвать, кто зарегистрировался? Какие команды бегут? Да, то есть у нас традиционно бежит в последние годы самая крупная команда, это команда компании «Нанолег». Больше 60 человек у них заявка в этом году. Весной было 40, да? Если да, около 40 было. Команда компании «Культура гостеприимства». Да, тоже достаточно большая команда. Это фабрика, сушилка, кафе «Италия». Да, это еще ряд заведений объединены. Да, совершенно верно. Вот. Компания Следственного комитета. Команда Следственного комитета у нас традиционный участник. Ну, достаточно много команд. То есть, если посмотреть, то они повторяются практически каждый год. Но надо отметить, что и появляются и новые. И это очень положительная тенденция. Ну и кроме того, что корпоративные команды заявляются, можно заявиться командой просто, командой друзей. Да? То есть, придумать какое-то название совершенно точно, хорошее, да. Яркое. Причем расскажи, пожалуйста, на какие условия командного участия, чтобы вот именно в командном зачете посоревноваться? Нет, условий участия как таковых нет. Да? Чтобы соревноваться, да, необходимо поучаствовать может каждый, команда не менее 5 человек. Присылайте заявку и участвуйте. Абсолютно любые дистанции. Да. То есть можно впятером зарегистрироваться на 3 километра? На 3 километра бежать своей командой со своими флагами, либо в своих марафон. Футболках. Да, либо в 5 человек бежать марафон. Вот. Атрибуты корпоративные можно ли использовать? Да, приветствуются. Да, это очень красиво. Да, это красиво, когда команды в своих фирменных брендированных футболках, да, бегут со своими какими-то атрибутами, флагами, еще чем-то. Но футболку «Вятские холмы» все равно получат. Все равно получит каждый. Каждый получит футболку «Вятские холмы». В отличие, кстати, от весеннего забега, когда мы только платным категориям участникам предлагали футболки, в этот раз футболки получат все, в том числе и детские забеги. Заказали с запасом. Да. Угу. Есть ли еще возможность зарегистрироваться корпоративным командам, если там еще местечко? Да, несомненно, нужно отправлять заявочку на электронную почту, которая указана на нашем сайте, и в ответ вам будет выслан промокод для регистрации. Ну уж 3-10 километров там, наверное, сам Бог велел. Легко можно пробежать, поэтому призываем всех принимать участие. Очень важный фактор, который мы обязаны буквально сегодня осветить в этой программе, это то, что «Вятские холмы» сейчас активно участвуют в грантах. У многих возникает вопрос, что это такое, куда будут направлены эти средства. Вот расскажи, пожалуйста, президентский грант, да, который недавно «Вятские холмы» получили, что это, за что получили, что для этого было сделано и куда это все пойдет. Ну, здесь скорее не за что, а для чего. Для чего. Да. Угу. То есть, я имею в виду, предыстория же была. То есть показали какую-то конкретную работу. Ну, одна из направляющих, составляющих, точнее, нашей деятельности в рамках этого проекта, угу. Да, это является поддержка детей в детских домах Кировской области, поддержка с точки зрения развития спорта, развития легкой атлетики в этих детских домах. Вот эту цель мы озвучиваем уже на протяжении 3 лет. Ну и каким-то образом мы пытаемся ее осуществлять, детям помогать, то есть вывозим их на соревнования, к ним приезжают тренеры, тренируются. И, собственно говоря, частично на эти цели, на то, чтобы этих детей вывозить, тренировать, одевать, обувать. В общем, и был выделен президентский грант, который мы получили в начале лета. И вот сейчас начинается его реализация. Да, Андрей, скажи просто, зачем это детям? Ну, опять же, ради здоровья, ради общения, ради их лучшей социализации в будущем. Угу. То есть это именно тот навык, та возможность, которую они сквозь свою жизнь, не сквозь всю могут пронести. Это вот такие тренды, да, жизненные устои, цели, нормативы, которые помогут и при формировании характера. Ну, несомненно, спорт, он способствует формированию характера, да, то есть мы все видим, что спортсмены – это наиболее стрессоустойчивые, как минимум, жизнеустойчивые, привыкшие терпеть, страдать, выносить любые тяготы жизненные. Я думаю, что детям это будет полезно, чем с более раннего возраста мы начнем им это прививать через спорт, да, тем легче им будет, наверное, и в будущем. Какой возраст ребят, на которых направлена эта поддержка?
Ну, вообще, от 8 лет дети у нас участвуют, ну, и буквально вот до конца их обучения в этих детских сиротских учреждениях. От 8 лет. 8 плюс, будем называть. Да, примерно. Это связано еще с тем, что мы вывозим их, будучи потом на соревнования, да, и там есть некие категории возрастные, которые участвуют в этих соревнованиях, то есть совсем малыши там не получаются участвовать. Хотя детей из детских домов и маленьких мы тренируем и готовим, да, ну и будем тренировать и готовить. Да, ну и, соответственно, тоже на Вятские холмы смогут приехать. Да, конечно. Вот, да, как раз вот об этом еще отдельно давай скажем. Ребята из детских домов, из домов-интернатов Кировской области приедут на Вятские холмы. Да. Они приедут из всех учреждений, да, ныне существующих. Нет, ну не совсем из всех. То есть там у нас не коррекционные учреждения, да, то есть мы имеем в виду где ребята без каких-то физических ограничений. Семь учреждений, то есть, которые ныне функционируют. Да, 7 учреждений, которые сейчас работают. Соответственно, организаторы Вятских холмов их доставляют в Киров, причем есть очень отдаленные детские дома, дома-интернаты, которые находятся в большом отдалении от Кирова. Все они доставляются в Киров комфортабельно, все они получают там определенные еще дополнительные возможности в Кирове, бегут счастливые, довольные, участвуют в наших развлекательных программах, и с ними уже в дальнейшем ведется конкретная работа. По какой системе будет отбираться и будет ли вообще отбор, на какие детские дома будет программа распространяться, как это было, допустим, ранее? Либо она идет программа распространяется на все детские дома. Единственное, что не все ребята поедут на итоговое соревнование в Москву. То есть всех их мы возим здесь, в Кирове, на соревнования на Вятские холмы вот осенью и весной. Вот всех их мы тренируем, да, обучаем их преподавателей, предоставляем им оборудование для тренировок. Но поедут в Москву на соревнования детской русской зимы, которая в феврале проводится, поедут лучшие, да? То есть те, кто покажет лучшие результаты здесь, на Вятских холмах, они и поедут. Детская русская зима, соревнования в Москве, всероссийские соревнования, да, очень крупные, по легкой атлетике. Я правильно понимаю, что Киров стал здесь новатором, когда вот несколько лет назад наши ребята впервые приехали на Вятские холмы, на русскую зиму? Командой детских домов, да, они приехали первыми. То есть именно Киров завел такой тренд, и, насколько я понимаю, организаторы детской русской зимы были очень довольны именно такой тенденцией. Ну, не то чтобы довольны, были несколько удивлены, да, что мы привезли целую команду, да, из детского дома. Да, поэтому наших ребят сейчас очень хорошо, положительно встречают в Москве, их очень ждут, на самом деле. Да, кроме той спортивной программы, которая проходит в рамках этих забегов, да, мы организуем им и культурную программу развлекательную. То есть в прошлом году они в планетарии ходили у нас, ходили там, в Кинзанию, в кино, там еще куда-то. В Москве, да. В Москве понятно, хорошо. Переходим к нашей кировской программе, что у нас здесь будет 9 сентября. Что ждать? Начнем опять-таки с наболевшего, с перекрытий. Какие улицы перекрываются, на какое время? Это уже известно? Да, с 9 часов утра до 3 часов дня у нас будет проходить мероприятие. Соответственно, на это время будут перекрыты улицы. Это касается, в первую очередь, Октябрьского проспекта. От улицы Маклина до улицы Карла Маркса. Вот, частичка улицы Профсоюзной от Карла Маркса до Октябрьского проспекта. И частичка улицы Московской от улицы Дерендяева до улицы Горького. С 9 часов до 3 часов просьба всем, да, свои дела как-то уже завершить. Спланировать. То есть можно спланировать, если человек предупрежден, то он вооружен. Оставить свои автомобили, личные транспортные средства и прийти смотреть, насколько это все будет красиво. Да, приходить, поддержать участников, да, поприветствовать их, самим поучаствовать. А то, что они делают, на самом деле, это большое дело. А как будет проходить само мероприятие, план? Расскажи, пожалуйста. Несколько другой у нас порядок старта в этом году, этой осенью точнее. Да, если раньше у нас все было по порядку, там дистанции шли по возрастанию, то сейчас первыми у нас стартуют в 9 часов 30 минут участники забега на 3 километра,
Затем в 10 часов стартуют участники, одновременно стартуют участники забегов на 10, 21, 42 километра. Кто-то бежит один круг, кто-то два, кто-то четыре. Вот. Практически сразу после их старта будут проведены детские забеги на 300 и 600 метров. Вот, и потом начнется у нас уже постепенно финиш. Сначала десятка, 21, потом 42 километра. Вот все это время будет на Театральной площади культурная программа, то есть будут выступать музыкальные коллективы, будут несколько зон активности традиционных, таких как там зона ГТО, детская зона, где будут детские мастер-классы, детская анимация. Вот, будут представлены на экспо наши партнеры со своими продуктами. Будет презентация автомобилей, автомобилей «Лада», насколько я помню, да, автосалон «Лада» на производственной представляет. Ну, вот в общих чертах. Есть ли еще возможность партнерам подключиться? Да, конечно. Конечно, пока забег не начался, возможность подключиться есть. За 5 минут до забега тоже еще можно, да, принять участие, если в экспо, конечно, место останется. На самом деле большая проходимость, очень большая аудитория зрителей, действительно влюбленных в спорт зрителей, так что на этом можно очень хорошо сыграть, на всякий случай так вот заявляю. Ну, да. А детская площадка тоже планируется, да, насколько я понимаю, что и дети да, там... Да, традиционно будет детская заняться. Площадка, будут надувные батуты. То есть будет чем заняться, кроме того, что побегать. Угу. То есть можно и побегать, можно и там, кто постарше, нормы ГТО сдавать, кто помладше, может там какие-то мастер-классы посетить. Будет чем заняться всем, буквально любой аудитории, любой категории населения, так что всех приглашаем посетить Вятские холмы 9 сентября. А слышала я краем уха, что ведутся сейчас переговоры с какой-то спортивной знаменитостью. Вот так вот мы немножечко флёру придадим. Да, переговоры ведутся, да. Переговоры ведутся, так что я думаю, что надеемся. Да, возможно, кто-то из звезд российского спорта и приедет к нам поддержать нас и пробежать. Да, возможно. Так что следите за новостями. Очень может быть, что в скором времени мы заявим о приближении звезды спортивной к нашему городу, вплотную приблизится кто-то. Поживем, увидим, очень надеемся. Во всяком случае, подобные массовые спортивные мероприятия, и вполне естественно, что привлекают не только звезд всероссийского масштаба, но и наших кировских известных людей, которые так же, как и всегда, да, так же, как из года в год, побегут в том числе. Поэтому на это тоже можно посмотреть. На это тоже можно посмотреть. Это довольно-таки увлекательное, интересное зрелище. Осталось несколько минут у нас, Андрей. Расскажи, пожалуйста, после этого глобального, на самом деле, мероприятия, как проведение марафона, впервые за сколько лет мы проводим его? Нет, ну марафон проводится каждый год, просто в самом городе. В центре Кирова. Да, в самом городе, в Кирове. Последний раз там лет 15 назад был. 15 лет? Да, примерно. Перерывчик никто там небольшой? Точно никто не может вспомнить, правда, когда это было последний раз. Если старожил уже даже не помню, тогда уж что уж говорить, пора. Время настало, город готов к этому. А что дальше? Ну, еще один моментик давайте, Вера, вспомним, напомним, точнее, нашим участникам о том, что по результатам этих забегов мы разыграем путевку, традиционно разыграем путевку на марафон, либо на полумарафон. Да, в этот раз это будет Мюнхен. Мы разыграем ее среди участников всех трех забегов в этом году. То есть для тех, кто участвовал весной, летом в ночной вятке, и вот осенью будут участвовать среди этих людей, мы разыграем путевку на Мюнхенский марафон. Там есть возможность пробежать 10, 21 или 42 километра. Угу. То есть все те, кто нас сейчас слышит, кто бежал и весной, и летом, срочно регистрируйтесь. Шанс есть. Конкуренция, конечно, будет, но могла бы быть и побольше. В следующем году, я уверена, что она будет значительно больше, когда все люди поймут, на самом деле, что они могут получить. Я сейчас не о марафоне говорю, сейчас говорю о прекрасном, прекраснейшем досуге, о здоровье, о потрясающей компании энергетики, которую можно получить, от чего можно подзарядиться, пробегая всю эту дистанцию, покоряя эти лестницы, которые мы ночью покоряли в июле месяце, коварные такие. Вот так что всем рекомендуем зарегистрироваться. Как будет определен победитель? Традиционно в формате лотереи. То есть вытягиванием. Вытягиванием, да, номера там из барабана. Условие, да, было вот раньше, что этот победитель должен находиться
на территории Театральной площади. Как будет в этом году проходить? Ну, я думаю, что мы так же сделаем. То есть и просьба не расходиться после того, как пробежите. Да. Главное, чтобы это было до, точнее, уже после финиша 42,2, чтобы человек уже успел добежать. Про Мюнхен еще давай расскажем, что в себя включает эта поездка, что будет оплачено организаторами? Будет оплачен сам перелет в Мюнхен, проживание в Мюнхене и стартовый слот, ну, стартовый номер на Мюнхенский марафон. Так, если хочу добавить, что человек поедет не один, потому что в школе бега и лафранинг уже готовится группа на Мюнхенский марафон. 6 человек уже точно туда поедут, поэтому компания подбирается вполне себе интересно. Да, и если есть какие-то опасения, мало ли страхи, что я не смогу, вот опять-таки, о чем Андрей говорил в начале программы, в едином порыве пробежишь и не заметишь. Ну, это не обязательно должен быть марафон, да. То есть там есть и полумарафон, и 10 километров. Так что на любую дистанцию, на какую победитель будет готов. Но в Мюнхене можно и 42 замахнуться. Уже терять нечего, да, как говорится. А победителя мы узнаем 9 сентября. Того человека, который поедет. А, естественно, его имя тоже будет везде опубликовано, будет звучать отовсюду. А, и это, на самом деле, очень, очень крутая возможность. А, все ли мы успели сказать про 9 сентября? Еще раз упомянем, где можно зарегистрироваться, каким образом можно зарегистрироваться? Зарегистрироваться можно либо на сайте вятскиехолмы.рф, либо на сайте, ну, всероссийской площадки беговых событий, это russiarunning.com. Ну и все новости о Вятских холмах тоже можно в интернете найти, на нашем сайте, в группах, в социальных сетях. О дальнейших мероприятиях есть ли уже какое-то понимание, как дальше будут Вятские холмы развиваться? Примерно в том же ключе, что и в этом году. В следующий год мы планируем построить. Единственное, возможно, мы сделаем несколько забегов в районах Кировской области. Угу. То есть расширим географию, расширим количество забегов. Они будут не такими протяженными, то есть это не марафон, не полумарафон. Скорее всего, это будут дистанции 10 километров. Это будет пересеченная местность или это нет, трасса? Нет, то есть это не трейловые. Мы проводим не трейловые забеги, мы проводим именно асфальтовые забеги. Угу. Так что... На этом, наверное, можно уже и завершить, да, наши глобальные планы. Так что 9 числа берем с собой кроссовки, берем с собой какая есть спортивную форму. А, предварительно забрав чипы с номерами. А, когда можно будет 8-го, да, получается, получить экипировку? Да, следите за сообщениями в наших информационных ресурсах, в социальных сетях. Мы сообщим, где, когда, во сколько можно будет собрать эти стартовые пакеты, футболки и номера. Не забываем медицинские справки еще. Обязательно, да. Допуск на соревнования по медицинской справке установленного образца. Ну что, всем тогда успехов, прекрасной пробежки, хорошей погоды, самое главное, энергии, да, и чтобы Вятские холмы стал на самом деле настоящим нашим вятским брендом. И сейчас, в принципе, это название звучит по всей России, а то и даже за ее пределами. Многие очень знают по всей России об этом забеге. Из разных городов приезжают к нам в Киров, чтобы пробежать Вятские холмы, поучаствовать в этом празднике. Всех призываем 9 сентября. Регистрироваться можно уже сейчас. Пока еще места есть. Андрей, спасибо большое. Сегодня говорили мы о Вятских холмах, забеге. В гостях был организатор серии забегов «Вятские холмы», президент Федерации триатлона Кировской области Андрей Грузин. Спасибо, Андрей. Успех. Спасибо, Вера. Увидимся 9 сентября. Увидимся 9 сентября. С верой в спорт.